Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. «Богемская рапсодия». В основу фильма легла реальная история становления легендарной группы Queen, которая стала иконой рока. Музыканты навсегда вошли в историю и стали узнаваемы во всех уголках планеты. «Навсегда моя девушка» – Лиам Пейдж – кантри-музыкант, который вместо того, чтобы жениться на своей девушке Джози, помчался за славой и богатством. Но однажды ему приходится возвратиться в родной город на похороны своего лучшего друга, и здесь он снова встречает Джози, свою единственную настоящую любовь. Тайна Коко. 12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что в его семейном клане музыка считается проклятием.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!